Суд, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, считает, что вина подсудимой доказана. Осторожно, Вена близко. Я сама сделаю. Елагина Вера Андреевна, это ж вы? Вам что-то нужно? Капитан Пахомов, Следственный комитет. Знаете, что это? Похоже на рецепт. Пусть расскажут мне, что я должна делать, когда мой пациент от боли готов выпрыгнуть в окно. Ты что, кому доказать хочешь? Ты понимаешь, что тебя посадят? Поступил запрос из Следственного комитета. Они хотят предложить вам альтернативное отбытие наказания. Как насчет работы судмедэксперта? А это ваше. И что мне с ним делать? Для начала первичный осмотр. Все, что заметите. Числится без вести с 2011-го. Он умер от многочисленных внутренних кровоизлияний. То есть вы обвиняете полицейских в смерти грабителя? Да, так и есть. Где доказательства? Свидетели? Где? Не нужны свидетели. Кто это такая? Это наш сотрудник, судмедэксперт. Ага, тогда ясно. Ничего не выйдет. Я не могу этим заниматься. Мне нужно найти этого ублюдка, который ее удерживал. В общем, давай. Завяз возни. Поигрались, хватит. Вера, вы живете в своем придуманном мире. Потом вы удивляетесь, почему ваш муж променял вас на глупенькую медсестру, а точно не хочет иметь с вами никаких отношений. Заключение. Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Почему вы не бреетесь никогда?